Доброе утро, дорогие друзья. Добрый футбольный, зимний, но не очень холодный субботний день. Здравствуйте. Сегодня у нас на нашем стадионе проходит пятый тур. Основной состав команды «Авангард» 36, Болгарев, 14. Не успею, значит, продолжим после диктора. Молчанов, 2, Херувимов, 8, 29, Гвоздев, 11, Минасян, 19, Шеварев, 44, Яцков, 23, Антипов. Основной состав команды Кунцева: 91 Васильев, 29 Белоусов, 6 Браун, 10 Кауркин, 17 Афонин, 7 Галка, 69 Гузиков, 11 Ермошкин, 19 Пономарев, 3 13 Улыбин, 3 Захаров. Так, сейчас я вместе с судьей тоже дам старт нашему матчу, но судья попросил совершенно справедливо убрать ворота, близко стояли. И наши ребята начинают слева, наши ребята в белых майках и футболках. Так, игра пошла. 2.29 превью. Играем красным мячом. На правой стороне чуть-чуть поле поскользжее и по белее, естественно. Но поверьте мне. Ой, как здорово пробрался Саша Браун! И простреливает на кого? Не дошла до Гузикова передача. Панама. Кауркин. Захаров на Кауркина, обратный пас. И еще раз перепас, но не успеет, наверное. Успеет, Федор, успеет, но мяч свалился. И отворот. Отворот. Значит, закончу мысль. У нас есть опыт игры на полях в разы, даже в десятки раз хуже. Вспомним, допустим, здоровый перехват. Ой, Сашка, чуть-чуть опустил. Ну, конечно, было бы чуть-чуть сцепка с газоном получше. Кстати, левая сторона намного лучше. Намного. Вот. Проходит по правому флангу нападающий, но его догнал. Белоусов Степана отдает на Улыбина. Улыбин ставит на Галко. Галко по левому флангу отдает налево дальше. И Ермошкин возвращает Брауну. Обратный пас. Браун может высокую подать. И Галко! Галко! Ой-ой-ой, Тимофей, ну почему прямо во вратаря? Ну эту формулу никто не отменял. Если ты хочешь забить мяч, значит, что нужно сделать? Надо ударить створ ворот мимо вратаря. И все, все. Все, больше ничего не нужно. И здесь перехватик будет. Улыбин не добрался. Кауркин тоже не достал. И наш аут. Наш будет аут. Кауркин. Пономарев. Галкова. Гузиков. Отважный Гузиков, не первый раз уже, более холодная погода была, с голыми ногами. Может быть, ах ты, Захаров не обыграл 17-го, но 17-й сбрасывал, я думал, что в угловой, нет, получилось у него неплохо. Пономарев через центральную зону пытался пройти, пас не стал он отдавать на Белоусова, и все-таки мы теперь через центральную зону переводим атаку на левый фланг. Улыбин налево на Афонина.
Ах ты, проскочил мяч и мимо Захарова. Но Гузиков будет первый. Гузиков будет первый. Ух ты. Ну и как, Ваня, с голыми ногами-то, а? Включай, Макар, потихоньку. Подсказывай, пана. Пусть третий отыграет от пана. Спокойно. Хорошо, здорово. Сейчас Федор отработал в защите. Сюда, Галкок. Спокойно, держи, держи, спокойно. Пономарев налево, на Улыбина. Улыбин внешней стороной, шведой называется, на Брауна. Браун заходит, прострел. Кто-нибудь подбирать, как неудачно для нас и удачно для хозяев, кстати, номинальных хозяев, наш аут, номинальные хозяева сегодня авангард. Да, не сказал бы, да, что у нас сегодня авангард это хозяева, а Кунцева, хоть и на своем стадионе, но гости. Вот так вот сложилось. Вообще авангард, по-моему, принимает своих гостей и соперников на стадионе «Луч», который на Волоколамке, вы знаете, да, напротив стадиона «Спартак». Улыбин. Белоусов. Афонин. Никак, никак мы не можем. Вроде хорошие подходы, вроде неплохие. У нас там прострелы получаются. Никак мы зацепиться не можем. Перед этим сейчас был хороший момент. По центру вратарской выбивал на центр штрафной, но чуть дальше от угла, от точки. Защитник. И получилось так. Ермошкин. Пяточка на Улыбина. И Улыбина спотыкается об мяч. Так, с первых минут, ну, 5 минут всего сыграно, да, уже проявляется небольшое преимущество нашей команды над хозяевами авангардом. Заходит Браун, не упустить, И вновь у нас получается ни шатка, ни валка, зацепиться не можем. Когда на жребии сейчас судьи распределяли, вернее, давали право выбора капитанам, какую половину выбирают, какие ворота выбирают, значит, Васильев. Первое касание Васильева в игре на Афонина. И вратарь авангарда выбрал Ермошкин. Ой, шикарно. Ермошкин как. Ах, вне игры. Судья зажигает вне игры. А, значит, вратарь авангарда выбрал правую от нас с вами половину, та, которая сейчас чуть белее смотрится, чем левый шикарный Уэмбли газон. Я подумал, что, может быть, он и прав. Разрушать и обороняться на таком газоне намного проще. И сейчас мы это и видим. Не доберется Ермошкин. Срезка у защитника. Кауркин. Захаров головой сбрасывает рикошет. И сейчас должен кто-то из наших первым быть. Пономарев. Пономарев будет. Хорошо разыграли Галкона. Который раз падает сейчас на этой половине у нас Ваня Гузиков. Но все это, слава богу, без особых последствий. Браун. Браун втыкается в защитника и простреливает. Вратарь спасает в ближнем углу, но это его работа, так и должно было бы быть. Так, угловой. Угловой подает Улыбин. Должно было это давление вылиться как минимум в угловой, который должен быть хорошим. Не получился удар у Вани, но это удар, будем считать по статистике, очередной удар в сторону ворот. В створ уже была парочка у нас. Наши сегодняшние команды находятся рядышком. Кунцева 2008 находится. Здорово, Ермошкин! Кунцева 2008 находится на третьей позиции. Авангард находится на четвертой. По 6 очков и у нас, и у Авангарда. Мы, правда, забили побольше. У нас 13 забито, 6 пропущено. Плюс 7 получается. Ай, как хорошо-то, если зацепиться бы! Нет, на подборе никого. А у Авангарда тоже 6 очков, я уже говорил. 4 забито, 6 пропущено. Это минус 2 по статистике. Ой, как здорово, если вне игры не будет. Ой, как здорово это было сделано, а! Да как же это было сделано великолепно!
Ой-ой-ой, вот это да, вот это красота, четко, мягенько принимает. Это у нас Ермошкин, Ермошкин номер 11. Вот что я и хотел сейчас сказать, что, ребят, забито мало, пропущено столько же, как у нас. Но у них на одну игру меньше. У нас, значит, две победы, два поражения. У ребят две победы и одно поражение до начала, до стартового свистка этого матча. Ермошкин прекрасно разобрался в этой ситуации. Там на силу как раз и не надо было бить. Помним момент, да, кто у нас там, по-моему, Саша Браун бил прямо в руки вратарю, если я ничего не путаю. С каких-то там, или Ваня Гузин. Вот ж, ладно, потом меня поправите. А вот, ой, как неудобно туда лезть, как неприятно туда лезть. Там так далеко и глубоко. Пауза. Все, добрались до мяча. Через сугробы, через Альпы. А, ребята из авангарда. Гузиков. Накрывает, да, Степан. Вне игры, да, было видно прямо отсюда. Судья разобрался великолепно. Ассистент, но не стал бороться до конца, по-моему, нападающий. Или все-таки поставили от ворот, да? Свободный удар. Ребята, такие короткие, пожалуйста, не разыгрывайте. Так, и Гузиков аккуратней. Ой, аккуратней, ребята. Ой, прошу вас. Хорошо, Миша разобрался. На Захарова, увидел свободного Захарова. Захаров в серединку, на Галко. А, вспомнил, кто это был. Это был Галко, когда мяч попал прямо вратарю в грудь. Афонин. Добрается. Ванечка, здорово. Еще раз, Ванечка. Саша Афонин. Обыгрывает. Отдает Пономареву. Дима не получился. Получил, не получился. Гузиков на Брауна. Высокий диагональ, но не добирается до мяча. И Ермошкин. Наш аут. Афонин, Саша. На дальнем фланге. Улыбин. Пономареву не дал. Недодача. Недодача. Улыбин. Макс, ну что это? Ой-ой-ой, какой провал. Но Миша хорошо подстраховал и спокойно берет. Молодец. А Васильев контролировал ситуацию и сыграл. Ах ты, Афонин выпускает. Да-да-да. Степан разряжает спокойно, чтобы сейчас расположились по своим позициям ребята Милоусов. Авангард отодвинул игру на нашу половину, даже приблизился к штрафной поближе. На половину, ну вы уж простите, если я оговариваюсь, на стадионе, который сейчас числится хозяйским для Авангарда, буду говорить нашу половину, потому что по привычке я все-таки... А здесь всегда комментирую и снимаю, и озвучиваю наших ребят кунцевских. Гузиков здорово. Ой, какой перепас хороший. Можно, можно? Эх, не точно. Но Гузиков подберет, подберет, подберет. Отдает снова на Галко. Захаров. Федя, Федя, аккуратней. Федя, точнее. Скользко. Здорово, ошиблись в нашу пользу. И не точно, ошиблись еще хуже наши ребята. Такой пас не, он, неудобный ни одному из игроков. Ну, там был, и, по-моему, это был Улыбин. И дальше был Браун. Между ними надо было давать. Хорошо доберется. Нет, не добрался. Все, тут у нас Миша Васильев может выскочить. Миш, а почему? Миш, почему так неактивно, неагрессивно? Мог ты сейчас забрать мяч. Осторожно, осторожно, Макар!
Ой, Макар, об этом я говорил. Ой, Макар, зачем же вы собрались-то в одну кучу? Гузиков. Ай-яй-яй. Тимошкин. Тренер продемонстрировал, тренер авангарда, великолепную технику владения мячом. Жонглирование. Великолепную технику жонглирования. Пономарев. Гузиков. Хорошенький короткий протык. Ермошкин. Автор единственного пока гола. Пройдет мяч. Отлично. По дуге на Брауна. Саша, можно ударить. Зачем на Улыбина? Я не знаю. Тренер просил, конечно, но, по-моему, у Брауна под правой ногой. Улыбин же не левша у нас? Нет, не левша. Ну, тренеру виднее. Мы здесь можем только комментировать и констатировать. Отворот. Отворот авангард. Отворот хозяева. Не сказать бы, что это необычно для нас. Не первый раз это уже происходит, когда на нашем стадионе мы в ранге гостей. Но все равно как-то не с руки, но и раз заговариваешься, и получается неприятные оговорки могут случиться для ребят, которые приехали к нам. Вот Ермашкин обыгрывает под себя. Отдает на голко, голко! Ой, опять неточный удар. Улыбин там подставлял ногу, не получается нормально закончить эту атаку. Будем считать, что это был голевой момент. Без удара в створ ворот. Ой-ой-ой-ой, Кауркин первым должен быть. Миша выйдет и возьмет в руки спокойно. Хорош, здорово, вот-вот-вот, про это я и говорил. Миша выходит глубоко, далеко на своей половине. Не точно, а, Ванечка, не точно. И помогает своей защите Васильев для того, чтобы наши защитники поднимались более высоко. Ой-ой-ой-ой, вот-вот-вот, как раз это игра Васильева. Хорошо, спокойно, пусть вау. Да-да-да, Миша, да-да-да. Ничего, ничего. Только что я про это озвучил, и Миша подкрепил мои слова своими действиями. А вот на дальнем фланге. Ермошкин подбор. Не совсем точно. Миша Васильев забирает мяч спокойно, уверенно. Сбрасывает его на Пономарева. Пономарев в центр на голку. Легкое касание. И мяч теперь уже Улыбина. Улыбин ставит снова Пономареву. Вот как высоко наши защитники поднимаются. Коротенькая. Это будет в ауте. Это будет в ауте. Может быть и догонит. Нет, Сафонин не догонит. Но нам-то за ним особо рваться и не надо. У нас уже первая половина перевалила первого тайма, и напомню, да, все знают, что мы играем по 30 минут таймы в зимнем первенстве, кроме U19, чемпионат U19, там играют по 40 минут. Голкова? Тимошкин, Ермошкин, прошу прощения, созвучная фамилия у нас есть у одного пацана. А, вне игры, по-моему, засветил судья за... Да-да-да, было видно, руками сыграл, пытаясь принять на грудь. И судья был рядом, он зафиксировал нарушение. Пономарев. Подальше, подальше. Степан, что вы стоите между вами полтора метра? Ой, Гузиков, уверенно, спокойно. Главное, чтобы это не было самоуверенно. Вот, вот какие могут быть киксы и ошибки. А Максим не пошел в стык, не пошел до конца. И уже теперь мяч по флангу. Пономарев подстрахует, получит по ногам и штрафной. Рефери был рядом, рефери разобрался, рефери свистнул и указал на недопустимое нарушение. Гузиков очень неточен, и сейчас можно получить желтую, если было бы в поле, по-моему, Афонин рукой там себе помогал, то можно было бы и желтую, но он за полем, по-моему, за... Но не уйдет же мяч, не уйдет, все-таки ушел, молодец, Дима,
Пономарев провожал мяч до лицевой и от ворот. Свободный удар. Выровнялась игра. Небольшое мизерное преимущество сейчас во владении мячом у авангарда, у хозяев. Но счет на табло указывает, что то преимущество, которым владели мы в начале тайма, мы смогли реализовать. Да, кстати, и не один раз смогли реализовать. Афонин перехват. А вот они нет. Ну и мяч не у нас. Как не у нас? А Браун не согласен. А Браун абсолютно не согласен. Здорово, Саша. Галко опять не точен, но комбинация хороша. Ребята, молодцы. Молодцы, ребята. Следующий наш соперник будет не в следующие выходные. Наша школа пропускает именно группа Б. Это Г. Именно группа Г. Я забыл вас рассказать, что это мы сейчас смотрим игры группы Г. Значит, мы пропускаем следующий выходной, так как у нас в команде в группе нечетное количество команд. Но играть мы будем с Интером. Интер 2008 года находится на последней позиции. После трех игр у них одна ничья и два поражения. Мячи 2 забито, 9 пропущено и, естественно, всего лишь одно очко. Это вот наш следующий соперник. Наш следующий соперник Пономарев. Хочет ударить с левой. И попадает? Нет, не попадает. Очень неточно. Отворот. Так, разыгрывает вратарь со своим защитником. А Захаров здорово отборол, но не сумел оставить мяч в поле. Ой, поскользнулся вратарь, надо бы помягче, помягче. Не-не-не-не-не-не-не-не, ну Ермошкин, ну Данечка, Даня. Ну как-то надо спокойнее к этому отнестись было сейчас моменту. Ты мог пройти в штрафную, ты обыгрывать можешь. Там у тебя всего лишь один оппонент был, можно было его обыграть. Можно было накатить, слева набегал, по-моему, у нас там Улыбин или Галко, кому-то из них. Ну, в общем, можно было... Все что угодно, кроме такого неточного удара. Исполнить можно было все. А вот... И еще раз будет аут. Так, вели мяч в игру ребята из авангарда. А Василий выходит спокойненько. Улыбин поставил мяч здорово на Степана. И идет атака, продолжается у нас. Здорово. Браун вырезает. И Захаров догнать. Ой, чуть-чуть. Хорошая атака. Хорошая. И мяч не ушел. Каурки добирается до мяча. Только не резко, а то поскользнешься. И заработал аут. Здорово, Макар, умница. Уведи, Галко. Через Макса. Макар. Разворачивай, через Булыбу, разворачивай. Тимофей. Атаку. Кузя есть. Вперед, быстрее. А Иван прям вплотную. Ой, опасно. Здорово перехватил Степан. Собрани через Мишу, собрани. Панама. Очень опасно. Но Белоусов здорово разобрался и под него подкатился. Но случайно это было. Случайно абсолютно скользкое поле. Гузиков. Нет, не добрался. Слава богу, встал Степан, все нормально. Желтую получает игрок хозяев, игрок авангарда, 11 номер. У нас судья пошел выяснить, что и как с Белоусовым. Такая простая атака, какая?
дал эпизод доиграть, правильно все сделал. То есть он вам дает эпизод доиграть, а нам не надо, да? Где логика тогда, если подходит? Чего? Я такую говорю, что ты? Я не знаю, вот что вы хотите рассказать? Травма ребенок. Да как? Почему он тогда вам дает доиграть? Травма ребенка. Свести сразу. Надо было сразу свести. Ко мне-то какие вопросы? Если рассказывай что-то кому, как судить. Пикировка словесная между тренерами Кунцева и Авангарда по поводу того, что судья дал свисток после того, как развернулась атака в сторону ворот Миши Васильева, в сторону половины Кунцева. И обижается на то, что судья дает атаку... Ну, вы все слышали. Тренер «Авангарда» повел себя чуть-чуть неэтично, я считаю, оскорбления и угрозы, и угрозы. Ой, как хорошо Галкуа. Дай в ноги, улыба! Мяч скользящий, мяч скользящий. Конечно, ударить можно, ударить можно. Угловой идет подавать сейчас с того фланга, опять же, Улыбин. Ну! Хорошо. Бьет Афонин. Захаров пустил, здорово, но Улыбин, ах ты, слабовато мяч шел, а так бы Улыбин зацепился и мог бы войти в штрафную уже с мячом, не только без мяча. Ой-ой-ой, рядом с дальней штангой, после удара Афонина мяч попадает в тренировочные малюсенькие хоккейные ворота, от ворот. Здорово, Кавуркин первый. Зацепил Федор за ногу 17 номера. Смотрите, какая у нас зеркальная получается ситуация. 17 номера защитники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Степан первый, здорово. В командах Авангард и Кунцева оба левые защитники. У нас Афонин, Саша, 17 номер. А у... Ух ты, сзади по ноге получает. Сзади по ноге получает Афонин. А это вторая желтая и красная. Нет. Нет, это первая желтая, потому что желтую уже получал 11 номер. 11 номер получал у хозяев. А это, по-моему, номер 50 был. Во втором тайме, конечно, защищаться нам будет проще. Здесь сложно принимать, сложно отдавать. Вот. Зато на левой половине можно больше комбинировать. И чем чаще, чем больше будем находиться мы на левой половине от нас сейчас находящейся, то тем меньше у нас будет шансов для соперника на развитие атак. Тут все взаимосвязано. Тут все взаимосвязано. Так, минута.
минута до перерыва у нас остается. Галкова. Под него, Федор, под него! Улыбин. Ах ты, Улыбин подсунул, подсунул. 30 секунд до перерыва. Гауркин. Федя под ногой пропускает мяч, но борется до конца. Осторожнее, парни. Вы с таким пулем такую игру, пожалуйста, сейчас не развивайте. Так, 10 секунд. 8 секунд. 5 секунд. Так, дорогие друзья, перерыв 1-0 ведем. Отдыхаем. Начинается второй тайм. У нас сразу 5 замен. И из них нашей уже привычной ротации вратарей мы не увидели. Так, Кацуба. Миша далеко ушел. Миша, аккуратнее, Мишенька, аккуратнее, Мишаня. Мишка. Не было такой. Здорово, Степан. Бери, Миша. Миша, не было такой необходимости так глубоко выходить. Пожалуйста, ребята, этот момент пересмотрите, обсудите. И надо понимать, что здесь не было такой необходимости так глубоко выходить. Значит, Кацуба у нас вошел в игру. Мещеряков, Меликов, Гаевский. Кацуба, Мещеряков, Меликов, Гаевский. И, по-моему, Дмитриев, да. Ой-ой-ой-ой-ой, как раз Дмитриева я объявлял. Как раз Дмитриева я объявлял. И, по-моему, он забил, не касался сейчас. Даня Ермошкин, 2-0. Хорошо, хорошо. Насчет бомбардиров, кстати, если уж мы на эту тему перешли, у 2008 года за первый и второй состав я сейчас назову бомбардиров, которые у нас были объявлены в... Ну, не объявлено, а заявлено. Ой-ой-ой, опасно. И в спину уже 23-му и попадает в общедоступных ресурсах. Я выписал, значит, ну и сами вы тоже знаете. У Брауна и Карапускина по 4 гола. Знаем мы Карапускина, Диму. Ну, а Саша Брауна здесь всем. Потом, получается, Акузин, Гаевский, Захаров, Кацуба, Кузанов, Кутявин и Меликов по одному голу. И сегодня добавились, если ошибок до этого не было, добавляется в этот список у нас еще и Ермошкин, и Дмитриев. И Дмитриев добавляется к этому главой, к этому списку. Это у нас, ребята, 2008 года. Вот такие у нас данные у меня. Они могут быть не совсем корректными, но, как говорится, за что купил, за то продал. Ой-ой-ой, Галко головой помощнее бы ударил, воткнул бы его, мог бы быть и уже счет крупным на табло. Белоусов. Степа аккуратнее, не упустил, но еще и мы не зацепились. В сугроб его выбивает. Гарик, по-моему, это он был, Меликов. Ой, какая пасуля. Ох, если бы Гаевский зацепился. Ой, какая пасуля. Здорово, какой пас, умный. Мещеряков, Андрюха не достал. Цеплял, да, по-моему, кто-то у нас был. Ермошкин в борьбе, цеплял руками и свалил.
Денис в спину. Ах ты, набегал туда Гаевский. И пас не очень точен. Ермошкин. Это далеко не точно. И за лицевой мяч уходит. Отворот. Хорош, Кацуба. Ах ты, Макс, поточнее надо такой давать. Перехват от Белоусов Степан. Ваут его. Не ушел ваут, здорово подобрал сейчас Денис. Рукой, откровенно, рукой сыграл 50-й номер. Кстати, у него уже желтая есть, зачем рисковать? Зачем рисковать 50-й номер, расскажи нам потом. Не вне игры. Ай не точно, Федор, ну куда торопимся? Не торопись-ка называется это. Ох, Мещеряков. Кацуба. Ой, хорош, Гарик, здорово. Миш, там скользко, Миш, аккуратнее. Вот со всеми вот этими вот приемами, со всеми этими попытками взять мяч под контроль, можно ухудшить, просто намного ухудшить ситуацию, потому что реально здесь на этой половине хуже намного. Миша выносит. Миша отдает пас, не выносит. Это вынос с сохранением называется. Дмитриев. Ой, упустил? Нет, не упустил. Да, уже у нас второй игрок в составе Кунцева с голыми ногами. Был Гузиков в первом тайме, который ушел греться. Сейчас Дмитриев без термобелья. Отсюда. Хорош, Степан, только не угловой, ваут его, просто ваут. Хорош, Степан. Умница, Степан. Ой-ой-ой-ой, пенальти. Ой-ой-ой, Гарик, что ж ты делаешь? Ну зачем же это делать? А, нет, судья разобрался, что там было до штрафной. Гарик, аккуратней, парни. Я про это и говорил, что поле на этой половине газон более скользкий, чем на левой половинке. Ну что, с хорошей правой здесь можно исполнить неплохой штрафной. Так, Миша, стеночку хорошую устанавливай. И правильно занятая позиция в воротах. Это сейчас мы и проверим. А-ля Криштиану стоит игрок. Бьет ля-ля Криштиану. От ворот. Поиграем, Миш! Тренер хочет еще забитый голов, просит Мишу ускорить процесс ввода мяча в игру. Гарик не точно. Еще раз. Потеря. Белоусов. О, Степа молодец. Не достать, не фалить. Вот фалить, и очень может быть даже желтая. Ну не спорь теперь, не спорь, на желтую сейчас наговоришь. Ну иди, Степан, все.
Все, не всегда срабатывает твой фирменный подкат. Не всегда. Ну, сейчас подальше, метров на 6-7 от той точки, которая была в предыдущий момент. Штрафной обложили, опять обложили нас. Хозяева, не побоюсь этого слова. Просто навес. Хорош! Меликов вынос. Ермошкин на Брауна. Браун сохраняет мяч. Ищет адресата. Обыгрывает. Отдает на Ермошкина. В одно касание. Ермошкин переводит. Ай, не точно. Ай, не точно. И здесь подбор не за нами, потому что наших тут очень мало. Денис. Денис, ударить можно. Можно, можно, Денис. Можно, можно, Денис. Хорош, Денис. Молодец, Дмитрий. Отворот. Отворот, авангард. Разыграли. Ермошкин прессингует. Здорово, Гарик выскочил из-за спины у 19-го. Зачем-то защитник выбивал мяч. Хотя уходил он от нашего игрока. Ну да ладно. Раз мяч сейчас уже почти у нашей штрафной и в ногах у соперников. Ну что ж, аут, аут, аут. Быстрее, быстрее! Гаевский. Братович, а ты от него дальше, Дмитрий! Середина! Один! Ай-яй-яй, Галко! Еще раз. Гаевский. Отдай левой ногой, своему. У него подправилось. Спокойно, держись, держу. Точнее, Гаевский! Ау, котята! Ой, хорошо получилось! Ваут выбивает его игрок авангарда. Волков у нас сейчас зайдет, войдет в игру Дима Волков, а уйдет, кто у нас уходит? Так, ушел Галко, Тимофей Галко ушел, Волков вошел. Наш аут. Не цепляй, Андрюх, ну ты вот сейчас, вот этот фол, вот, Андрюх, это твой фол. Андрю, ну. Внимательно, внимательно. Хорошо, не уходит мяч, не уходит. Браун отдает на Ермошкина. Ермошкин принимает его. Смещается к боковой. И теряет, и теряет. Ну тут Волков, свежий вошедший в игру. Да, вроде бы зацепился, но все-таки потерял. Ох ты, а здесь? А здесь это был чистый пас назад, поэтому вратарь не стал его трогать руками. Зарабатывает Браун аут. Пономарев оставляет Меликову. Гарик на Мещеру. Андрюха какие-то кульбиты пытался там изобразить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот сейчас, Миша, все оправдано. Вот сейчас, Миша, все вовремя и своевременно. Молодец, Мишка. Вот сейчас, да, вот сейчас никаких претензий абсолютно. В предыдущем моменте и пошел ты не совсем уверенно, не с той скоростью, которая требовалась, и вообще. Аут. Степан
Помогай, помогай. Поднимай, парни. По-моему, отбил все копчик. Нет, 50 и встает нормально. Все хорошо, нормально со здоровьем все. Да, эти моменты, конечно, очень опасны. При резких движениях, резких стартах, резких остановках, торможениях. При таком поле всегда будут наш аут, всегда будут падения. Главное, чтобы они не привели к травмам. Авангард до сегодняшнего матча, уже мы знаем, провел 3 игры. Перово они проиграли 2-1, в смене они проиграли 1-0. Ой-ой-ой, давайте подбираемся. Волков не добрался. Степан здорово выбивает вовремя. Вот. И только... А, нет, у Перова они выиграли 2-1. У Перова они обыграли 2-1. Смена они обыграли 1-0. А вот Домодедову они проиграли 5-1. Ермушкин. А, это слабовато. Или нормально? Второй успевает. Номер 2 успел первым. У нас очередная замена. Заходит в игру Аркадий Усаковский. А Дима Пономарев игру покидает. Хорошо провел свой игровой отрезок. И центральный защитник меняется на центрального же защитника. Вставать, судья говорит, не было ничего страшного там. Кацуба, подстрахуй, подстрахуй Степана, еще ближе. Федя, еще ближе. Вот пенальти, это пенальти. Вот, ребятки, ваше увлечение. Желтая карточка и пенальти. Ваше увлечение так атакой и без контроля защиты. Да, ну и там, конечно, Аркадий чуть-чуть махнул мимо мяча. Но сейчас от Мишки что можем просить? Там просить трудно что-то на таком скользком поле. Дело в том, что и взять он мяч рукой не смог бы, потому что действительно толчка хорошего нет. Игрок выходит один в один. Естественно, он не шел на фол. Естественно, Миша не собирался зарабатывать пенальти для авангарда. Естественно, он сейчас нас выручит. Ритуал. Ритуал, таинственный волшебный ритуал у Миши. Поможет ли он ему сегодня? Миша, чуть-чуть вперед. Ты прям на льду стоишь. Чуть-чуть, пол четверти стопы, чтобы у тебя толчочек был. Итак, дуэль 23 номер авангарда плюс против 91 номера Кунцева. 49-я минута. Штанга! Ритуал помог! Ритуал помог! Ритуал Мишкин помог! Таинство футбольного вратаря! Вот так-то, ребята! Не забиваешь ты, забивают тебя! Подтвердим закон, ребята! Да, Денис, чуть-чуть точнее. Рука Ермошкин. Скользят оба прям синхронно, как в синхронном плавании или в фигурном катании. Сейчас. А, фигурное катание актуально, кстати.
сейчас могло получиться что-то именно из этого вида спорта. Гаевский. В спину Дмитриеву отдает сейчас Пещеряков, но Дмитриев добрался. Ой, как здорово! Ах ты, не ожидал Ермошкин, что мяч до него доберется через защитника. Сфалил, цеплял. Ага, у Брауна мяч не дошел, отобрали. Мельков. Волков. Наш аут. Мельков идет подавать. 10 минут до окончания матча. 2-0. С нереализованным у хозяев пенальти. Ой-ой-ой, только без рук, пожалуйста. Кто там руки тянул? Мещеряков, что ли? Гаевский. Есть! Дмитриев Денис, 3-0. Ну, как говорится, все-таки сработал закон. Чуть-чуть, с небольшой задержкой, с затяжечкой. Но как раз тот момент после пенальти Дмитриев-то и развивал атаку. Но закончилась она голом только сейчас. Не забиваешь ты, забивают тебе. Закон никто не отменял, дорогие мои друзья. Даже как-то и не верится в это, что это действительно есть такой закон. Но вот сами вы убедились вместе с нами сейчас. Скользят, все в равных условиях. Все в равных условиях. Никаких не может быть претензий к работникам стадиона. Поверьте мне, что здесь было посреди недели, это страх Божий. Это гнев Божий был, накрыл наш стадион. Но героические усилия, просто неимоверные усилия. Я не знаю, каким образом это произвели они. Штрафной сейчас будет на углу штрафной площади. Но наши ребята, Донских Александр и Ваня, фамилию не знаю, но это тоже наш сотрудник, молодой, ответственный, работящий. Вот совершили чудо, и эти мегатонны, мегакубометры снега убрали. Благодарим всех сотрудников стадиона за их прекрасную работу. Спасибо, дорогие друзья, что стадион у нас сейчас и наш газон не в идеальном, конечно, но все-таки в очень хорошем состоянии. И по сравнению с другими стадионами, которые без подогрева, и по сравнению с тем, что было в середине, в начале недели. Так, штрафной. Ну-ка, давайте еще друг другу ноги подрываем. Не фалить, Гарик. Подскользнулся, сам упал. Браун, Саша первым. Ой, хорош. Не, защитник подвел. И уходит мяч в аут, наш мяч. Как обработал Ермошкин, вы видели, что творит он, а? И удар неожиданный в ближнюю девятку, Браун. Хотя, по-моему, это был не удар. Скорее всего, он пытался перевести мяч на дальний фланг, на Дмитриева. Но срезался мяч и пошел в створ ворот. Но это тоже опасно, потому что вратарь не ожидал, и ему пришлось выбивать его на угловой, этот мяч. Разыграли. Гаевский. Степа, спокоен. Отсюда аккуратней. Ой, Федя, отпускаешь далеко от себя мяч.
Степан подстрахует, подчистит. Гаевский, отдавай, давай, 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 давай. Пора, пора, заберут, заберут. Аут. Мещеряков. Дмитриев. Кому-то там надо было быть, братья мои, друзья, ребятки. Хорошо Дмитриев прострелил, прям почти по ленточке прокатился мяч. Не добрался туда Гаевский, а мог бы засветить свою фамилию, зафиксировать в протоколе и изменить счет на табло. Ермошкин, да-да-да, именно вот эти вот 15-20 сантиметров скользкого газона и не дают, нормально. Ермошкин, близко стоим, смотрите, как вы стояли. Дмитриев, Гаевский, в вашу зону идет Ермошкин, Даня, а вы и удар, и удар. Вратарь не ожидал, из-под игроков выскакивает мяч, но среагировал, молодец. Беру сейчас моменту 20 секунд назад, когда, как заговоренные, просто стояли на месте Гаевский с Дмитриевым и смотрели, как к ним подбегает. Разбегаться надо было, когда в вашу зону шел Ермошкин. Разыграли. Мяч катился, повторить. Все, потеря. Потеря темпа. Потеря розыгрыша мяча. Опять катящийся. Денис, все, ладно. Не получилось со второго раза. Получилось с третьего. Собирался судья зафиксировать фол, но мяч оказался, отскочил к авангарду. Срезка у вратаря, аут. Видно, он не левша. И поэтому с левой ноги у него нормальный вынос не получился. У нас 3 минуты с небольшим до окончания матча. Уверенно ведет Кунцева 3-0. Значит, был у нас момент в перерыве, вам расскажу, если кто-то не обратил внимания на табло. При подключении к табло после финального свистка первого тайма случайно была нажата кнопочка «Забитые голы», и у нас на табло было 2-0 в нашу пользу. Значит, наш тренер Ватарей Васильевич говорит: Николай, а когда второй гол забили? Я говорю: ой, это случайно произошло. Я объяснил, как это происходит. Ух ты, ух ты, ух ты. Я объяснил, что когда монитор гаснет, чтобы его освежить, надо нажать на кнопочку мышки. А мышка была в тот самый момент на точке ввода забитых голов. И сработала толчочек в спину. Сработала как гол. Вот получилось 2-0 на табло. И когда я пытался исправить этот небольшой косячок... Ой, как здорово получилось! Браун забирается до мяча. И когда я пытался исправить этот маленький косячок, я еще раз нажал на плюсик, и забитых было 3 гола на табло буквально на несколько секунд. А угловой Браун заставил игрока защиты авангарда выбить в угловой. Так вот, 3-0 было засвечено на микросекунды, на миллисекунды на табло в перерыве. И что вы думаете? Сейчас уже без всяких там оговорок на табло 3-0. Перехват Меликов.
прошу прощения за столь долгое объяснение ситуации, но просто хочу сказать вкратце. У нас засветилось случайно на табло 3-0 в перерыве, а сейчас 3-0 на табло совершенно не случайно. Ай, Сашка. Ну, по-моему, в мяч. По-моему, было в мяч сыграно, не знаю. Судья был ближе, судья зафиксировал нарушение. Ну что ж, а нам-то только на руку. Штрафные в пользу Кунцева. Подзывает тренер Дмитриева и что-то ему сказал. Дмитриев сейчас поправил мяч. И подача. А, прям в створ, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха! Вот что сказал Васильев! Павел Васильевич, вернее, лепил Дмитриеву. Это было просто, я не знаю, 4-0, хет-трик Дмитриева, вышел парень на второй тайм. Дорогие друзья, на последних секундах, просто на последних секундах забивает Дмитриев, оформляет хет-трик. Надо посмотреть, потом еще спросить, что ему сказал тренер. Ну, скорее всего, он ему это и сказал. Бей в створ ворот. Отскок непонятный может случиться. Так и вышло. Дорогие друзья, с победой 4-0. Великолепная победа. При нашем преимуществе, которое не оспаривается. Молодцы. До новых встреч.